хочется сказать «Hello, ladies and gentlemen», но уроки английского вы посмотрите на каком-нибудь другом канале. Честно, я планировала рассказать вам в этом видео совсем про другие ароматы, но не смогла пройти мимо, как все девушки, этих блестящих красивых флаконов. Так я познакомилась с британской маркой Penhaligon's. Это старинная британская марка нишевой парфюмерии, а головы этих животных – их невероятная коллекция Portraits. Дотрагиваясь до этих флаконов, уже хочется держать спину ровно, принадлежать к высшему обществу. Обожаю, когда за ароматом стоит нечто большее. Так вот, коллекция сопровождается психологическим тестом, определяющим, какому психотипу англичан вы могли бы принадлежать. Но это не просто коллекция ароматов. Это некий придуманный роман со своими персонажами. Представьте, 1870 год, викторианская Англия, в небольшом поместье живет типично британское семейство. И тут начинается роман. Каждый флакон имеет своего персонажа, у которого свой образ жизни, привычки, достоинства и, конечно же, недостатки. Я вот выбрала аромат с моим именем Хелен и попугаем. Бессердечная Елена – эгоистичная и странствующая натура. От нее веет свобода экзотическими странами. Именно такой образ создается в описании аромата. Приключения и смелость – вот что, наверное, меня привлекло. Кстати, в коллекции этот аромат новый. Я долго выбирала что-то для себя среди древесных, цветочных и некоторых немного резких ароматов. Этот был словно запах бриза с Мальдив, Африки или любой другой теплой страны, как из рекламы Баунти. Это впечатление создают мандарин, тубероза и сливочное дерево. Слышу ли я их по отдельности? Скорее нет. Но этот микс очень интересный и многогранный, немного приторный. И я его советую тем, у кого есть достаточно классических, базовых парфюмов на каждый день. И это так чисто для настроения, когда вам совсем уже скучно, когда хочется лето, пользоваться Hartress Helen от Penhaligon's. Держать в руках эти флаконы, конечно же, особое удовольствие. Другое дело ароматы. Конечно, они не всем мне понравились, однако любители нишевой парфюмерии должны понимать, что вы будете ожидать от этих ароматов. Пробуйте, выбирайте новые образы, тестируйте и наслаждайтесь Penhaligon's.